одно уголовное дело возбуждено по факту применения неуставных взаимоотношений военнослужащим войсковой части, расположенной в городе Кунгур. А второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из потерпевших по вышеназванному уголовному делу, который самовольно оставил часть уже после возбуждения первого уголовного дела. Солдат сообщил матери о том, что у него требуют деньги и избивают. Родители обратились к правозащитникам, а те в военную прокуратуру. В ходе проверки факты неуставных отношений подтвердились. Потерпевшего должны были перевести в другую роту. Но сделать это не успели. Солдат не выдержал издевательств и сбежал. Пользуясь случаем, хочу обратиться к родителям и всем, кто знает этого военнослужащего, чтобы он в ближайшее время все-таки вернулся в часть, либо обратился в близлежащий военно-следственный отдел и заявил о себе. Значит, все его доводы будут учтены, будет принято во внимание то, что к нему применялись неуставные взаимоотношения.